Это наша одна из самых насыщенных работ для Lexus RX. Новоиспеченный Lexus Goemon сегодня отправится к своему владельцу в Благовещенск. За ним уже едет автовоз. Немного о проделанной работе. Конечно, установлен наш экзотический рестайлинг-комплект Lexus Goemon, который кардинально меняет автомобиль и выделяет его среди своих собратьев. Также произведены и установлены новые кованые диски 22 диаметра. Черный глянец, внешняя сторона, полированный алюминий под лаком. Весь кузов оклеен в эксклюзивную пленку Avery Satin Brush. Очень круто показывает все грани, все новые формы. Такой он становится брутальный, агрессивный. Также, что немаловажно, для этого автомобиля была произведена работа по переоборудованию в рестайлинг. Сам автомобиль был дорестайлинговый, были старые фары. Мы установили новые фары, установили новые блоки управления, провели адаптацию, и все работает отлично, как с завода. Решетка и сплиттер, одни из самых сложных элементов, покрыты жидкой бронью, которая себя очень круто показывает. Во-первых, не видно абсолютно, что это бронь. Фантастическая глубина цвета, очень крутой глянец. И, конечно, защита. В основном от пескостроя, но для таких сложных деталей это очень актуально. Также произвели антихром, окрасили зеркала, рейлинги, определенную часть крыши, окрасили ручки. Была произведена шумоизоляция, установили доводчики дверей. Работают практически бесшумно. Немало работы также провели и с задней частью автомобиля. Конечно, установлен наш диффузор с расположением выхлопа по центру. Именно для этого автомобиля мы удалили заднюю банку выхлопа. У него в задней части получается прямоток. Установили наши стоп-сигналы. Сразу их не видно, но когда срабатывает стоп, очень интересно все смотрится. Также была установлена новая рестайлинговая оптика задняя, задние фонари. Немного притонировали, чтобы он не кричал, задний логотип. Конечно, наши экзотические спойлеры, которые также круто дополняют заднюю часть автомобиля. И в целом получился очень крутой, насыщенный проект. Эта пленка очень круто передает все грани. Мы не первый раз с ней работаем. Очень себя зарекомендовала. И для таких кузовов, на наш взгляд, одна из самых преимущественных. Очень круто показывает все формы. Ну и, конечно, в совокупности это кардинально другой автомобиль со стандартным Lexus RX. Его не сравнить с этой скучной моделью. Этот же красавец просто кричит. Очень интересно, какая будет реакция у владельца, когда он будет получать свой автомобиль, увидит его вживую в первый раз. Интересны также ваши отзывы, ваши комментарии, чтобы вы лично для себя доработали, как вам в принципе проделанная работа. И, кстати, один из частых вопросов: как на такую сложную и массивную решетку крепится номер. Все очень просто. Остается заводская рамка. С обратной части мы ее оклеили в определенный мягкий материал, чтобы она не царапала решетку. Вот сама эта рамка крепится на жесткие стяжки,
которые никаким образом просто так не оторвутся, и нет необходимости что-то сверлить, делать новые отверстия. И уже к этой рамке, конечно, прикручивается номер. То есть все на самом деле очень просто. В целом проект, я считаю, очень-очень удался. Ждем отзыва клиента и, конечно, ваших.